Всем привет! Сегодня у нас тут маникюрчик. Вернулись ко мне вот такие ноготочки. Им 3 недели, они вообще нигде не пострадали. А я скажу почему. А потому что клиентка приходила спустя 2 недели, и мы ей делали обработку кутикулы и боковых валиков, не трогая покрытие. Потому что кожа очень сухая, а покрытие было снимать рано, поэтому все выглядит практически свежим. Снимаем покрытие керамической фрезой с синей насечкой, как обычно, до базы. Потом я базу снимаю пилочкой. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, это упростит работу фрезы. Затем я беру вот такой корундовый конус, раскрываю кутикулу, вычищаю птеригий. Затем беру пламя с красной насечкой и дочищаю кармашки в кутикуле и обрабатываю боковые валики. Ножничками срезаю кутикулы, но так как мы их недавно обрабатывали, кутикулы здесь практически и нет. Шариком с черной насечкой зашлифовываю кожу вокруг ногтя. Помыли ручки, протираю спиртом ноготочки, вычищаю весь опил. Затем прохожусь бафиком под ноготочками, убираю бахрому. Затем по стандарту у нас идет праймер, он у меня ткани бескислотный. Отодвигаю кутикулу палочкой. Чем чаще отодвигаешь, тем лучше будет покрытие. И приступаю к выравниванию базой от Savyland. Наношу тонкий слой, затем наношу капельку и растягиваю ее по ногтю. Если необходимо, то переворачиваю ноготь, чтобы был идеальный блик. Выбрала клиентка очень красивый цвет от JDKO 847 номер. Он такой бордово-баклажановый, какой-то фиолетовый. В общем, классный цвет. Он даже, смотрите, так хорошо ложится, что даже на базе он выглядит так, будто он уже покрашен топом. Очень классно смотрится. Покрываем один ноготочек блестками хамелеонами от Girl to Girl 72 номер. Такое какое-то звездное небо получается. Очень красивый эффект.
Вытираю липкий слой и начинаю здесь каляки-маляки рисовать. Да нет, шучу. Выбираю краску от Function May, белую. И изображаю здесь цветочек. Цветочек это, наверное, самое неудачное из того, что я могу рисовать. Но ничего, вроде нормально получилось. Затем беру вот такую длинную кисть и провожу линии тонкие. Такой кистью очень легко проводить тонкие линии. Стараюсь каждый элемент просушивать в лампе, потому что иногда бывают косяки, чтобы все не перерисовывать. Стер где не надо и провел заново. Добавляю цветочку немножечко блеска гель-краской от Gel Fauer, она серебряная у меня. И перекрываю все топом от Savyland. Он такой густой. Но он хорошо выравнивает ногтевую пластину, если это нужно после всего покрытия. Вот такой получился у меня дизайн, очень красивый, все блестит, мне очень понравился, а вам понравился? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!